Братишки, хочу по-быстренькому обосрать эту лодку за минутку буквально. Это Неман 550, с длинным носом, не обрезанным. Мало того, что на этом корабле стоит Меркурий, говномотор, который все время ломается. Вот не знаю, как они проектируют эти лодки. Человек приехал, лодка непростая, рыбохрана. Человек приехал с проблемой, что у него все подиумы отвалились. А знаете почему? А потому что какой-то дурачок, не побоюсь этого слова, эта лодка Вятбот, может быть, какой-нибудь из проектировщиков себя узнает, накрутил полы, блядь, на обычные саморезы, сука, которые все отгнили, вот как здесь, допустим. Вот. Тело осталось там, шляпки все сгнили. Вот, я начал откручивать, ничего не откручивается. Примерно так вот это выглядит. Вот так вот это выглядит. Обломанные шурупы. Блять, ну есть у вас мозги или нет мозгов? Если вы где-то делаете нержавейку, вы не можете ее ставить везде. Это просто, ну это вообще ни в какие ворота не лезет. Или вам жалко денег на дополнительные там 50 штук саморезов нержавеющих, блядь. Хотя эта лодка стоит немало.